Нерадивая мать отправится в колонию. Такое решение вынес в суд в отношении жительницы города, которая не исполняла свои родительские обязанности. По информации следствия, женщина не заботилась о своих сыновьях 11 и 12 лет. Дети регулярно голодали, более того, мать часто их избивала. Сейчас братья находятся в социальном приюте. Следствие по данному уголовному делу длилось 2 месяца. По окончанию этого срока дело было направлено прокурору города Ноябрьска и в Ноябрьский городской суд. В результате приговором Ноябрьского городского суда от 9 апреля 2013 года женщина признана виновной в совершении инкриминируемых ей деяний. Ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. Это единственное за 2 года преступление. Подобные случаи, к сожалению, имеют место быть, но преступления подобного рода, они, как правило, скрыты. И поэтому выявление и раскрытие и расследование их представляет определенные...